По сведениям пресс-службы ГИБДД, за прошедшую неделю на территории Белореченского района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили ранения 6 человек. Зафиксировано 147 нарушений правил дорожного движения. Из них 42 грубых, за которые предусмотрено лишение прав на управление транспортным средством. На дорогах района выявлено 2 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 3 факта превышения скорости, 4 нарушения правил дорожного движения пешеходами. Отмечено 3 факта непредоставления преимущества пешеходам. 12 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобилях. Зарегистрировано 20 фактов выезда на полосу встречного движения, а также 4 нарушения правил дорожного движения водителями мототранспорта и 20 водителей на транспортных средствах с технической неисправностью, тонировкой лобового и передних боковых стекол.